Одна бабулька говорила, это только брак может быть случайным, а любовника надо выбирать надежного. Надо вам сказать, что мы в Измайловском парке следуем этому принципу. Мы выбираем только надежных артистов. Мы должны быть уверены, что эти артисты понравятся залу, публике, вам, телезрителям. И вот артист, который сейчас выйдет к вам на сцену, я в нем никогда не сомневаюсь. И он меня никогда в этом смысле не подводил. Я его называю «человек с тысячи лиц», кого он только не играл. Он и Тамаду играл, он и Бабулик играл. Одним словом, мастер перевоплощения. Святослав Ещенко! Я что хочу сказать? Конечно, хорошо, что у нас у всех сейчас телефоны, вот, да, вот это. Мобилки, шмобилки, айфуколки. Но иногда так достает, что жить невозможно. И главное, какой-то вот закон подлости. Телефон все время звонит под руку. Залез я как-то в душ. Только намылился. Тыры-дын-тын, тыры-дын-тын, тыры-дын-тын-тын. Телефон с комнаты. Ну, конечно же, можно было не кидаться к нему, а после самому перезвонить. Но это же невыгодно. А то вы меня понимаете. Я быстренько руку ополоснул, выскочил с ванной, и вот знаете, сразу, вот никогда раньше в жизни не получалось, а тут получилось, сразу сел на шпагат. Как я так неожиданно поскользнулся, прямо не знаю, вот. Ха-ха, так и сидел на шпагате, пока жена не пришла. А попробуй меня подыми, она скорую вызывала. Главное дело, врач зашел не спеша, да так неторопливо. Поморщился брезгливо так. Потом рванул к окну и как зарет вниз: «Петрович, по твоей части!» Через 5 минут нарисовался водитель скорой помощи и поднял меня со шпагата при помощи домкрата. 3 недели вот так вот, вот ходил, вот, как щелкунчик с Лебединого озера. Я же говорю, мобилка это... А вот помните, вот, когда мобилки еще только появились, помните? Тю, смс-ка вибрирует. Ты ж долгожданная моя, сейчас глянем, что прислали. Уважаемый абонент, отправьте на этот номер смс со словом «балбес», чтобы выиграть «Мерседес». Чтобы выиграть «Мерседес». Это уже третий раз присылают. В первый раз я еще подумал, почему именно «балбес»? А потом дотумкал, когда отправил. У меня все деньги со счета. Я же говорю, эти мобилки. Так вот, я говорю, помните, когда мобилки еще только появились, никто же не знал, что они не везде ловят. А у меня супруга жутко ревнивая. Поехал в Москву к брату в гости, вылазю с метро, тыры-дын-тын-тын, ты где был? Я говорю, в метро ехал, не бреши, я тебе туда звонила, там тебя не было. Ты в это время с бабами был? Я говорю, Геля, акстись, с какими бабами? С двумя, одна русская, другая англичанка. Я спрашиваю, где Гриша? Русская отвечает, извините, абонент сейчас недоступен, видите ли. Англичанка вообще обналевшая, следом у трубку вякает. Sorry, this is Kreiber, is not available now. А ну признавайся, что такое available? Я, честно говоря, думал супругу в психушку сдать. Набрал номер знакомого психиатра и тут же услышал сам этих двух баб.
на то дело прошлое, а в настоящем, знаете, вот придурашные всякие звонят, опять смс-ка завибрировала, глянь ты. Шлют и шлют. О, уважаемый пациент, сеть стоматологических клиник «Обалдент» проводит акцию «Удаляем два зуба по цене одного». Вот это в пятый раз прислали. В первый раз я еще подумал, как выгодно. Потом месяц вот так вот разговаривал, пока не уставил два зуба по цене четырех. Так вот, я что говорю, вот придурашные всякие ошибаются номером, отвлекают от важных дел. Сижу как-то, футбол гляжу, вот, пивко подтягиваю с валидолом. Тыры-тын-тын-тын. Марван, можно? Знаете, голос такой неинтеллигентный, совсем простой. Не то, что у меня. Марван, можно? Я говорю, да вы не туда попали. Он говорит, в смысле? Марван, ну позовите к телефону. Я говорю, а ну назовите последние четыре цифры номера, что вы набираете. Он говорит, 48-35. Я говорю, во, видите, 35. А вы попали на 36. Он говорит, так это же рядом. Пригласите Марвана. А буквально позавчера, слышите, обратная смс-ка, все штаны завибрировала мне. Ты смотри. Уважаемый водитель, ну-ка, вы нарушили правила. Вы проехали на красный свет на Московской кольцевой автодороге. Срочно оплатите штраф. Вот это вот письмо счастья уже в девятый раз присылают. Я в первый раз, как законопослушный гражданин, сразу заплатил. И только потом обалдую, вспомнил, что у меня машины нет. Буквально позавчера жена мне говорит, Гриша, почему бы тебе сейчас не исполнить свой супружеский долг? Это после ужина. Геля, спрашиваю, какой еще долг? Она говорит, а тот, что ты последний раз исполнял 16 августа прошлого года. Помнишь? Я говорю, а как же я тогда мусор вынес? Она говорит, не выкобеливайся, дорогуша. И начала краситься на ночь глядя. Главное, весь день ходила на черта похожая. Видимо, чтоб я ночью не уснул. А тут надуханилась. Легла в новом белом белье в дырочку. Хлопает по матрасу, дескать, ко мне. Ну, я рядом лег в черных носках, тоже в дырочку. И начал исполнять. Ой, мороз, мороз, не мороз. А что я еще могу после шпагата? Морозь меня, не морозь меня. Гелька лежит, кайфует. Вот. Заслушалась. Это же ее любимая песня. Я не пел давно, долги-то надо отдавать. Морозь меня. Тыры-дын-тын-тын. Моя как заголосит. Говорит, вот опять не вовремя. Это твой дурацкий телефон. Вечно звонит. Не вовремя все обламывает. А сама хватит телефон на громкую связь и мне в ухо. Она всегда так делает, чтобы если женский голос наблюдать за моим лицом. А тут и вправду женский голос. Доброй ночи, такси вызывали? Ага, говорю, вызывали, вызывали позавчера. Так и не приехала. Извините, машин двое суток была в пробке. А сейчас уже красная Мазда у вашего подъезда. Я говорю, у меня под боком своя Мазда. Белая в дырочку. Не поняла, какой у вас этаж, таксист к вам подымается, помочь вещи спустить. Я говорю, какие вещи, какой таксист? Молоденький, черенький, с изящной бородкой.
И тут смс-ка на телефон жены. Магазин новой модной одежды «Хэкэнд-Сент» сегодня ровно в полночь проводит акцию «Шубы летом, сарафаны зимой». Скидки от 80%. Моя как рванет, и прямо в этой рубашке, на этой мазде в магазин. Второй день ее нету. Наверное, у пробки.